Короче, тот корм, который дает Наташа своим котам, называется Purina One. Там кот Перс, он, ему еще года нет, есть почти, а Пуговка и Кнопа уже им там по 3-4 года. Хотя выглядят наоборот, как будто и они молоденькие, а кот Персик, Перс, наоборот, он такой здоровенький. Там, в общем, сейчас будет много информации для меня по этим кормам. И надо будет попрактиковаться с кассой. Там надо будет выбирать работу 3 через 3, а не 2 через 2, потому что это оптимальнее для отдыха и работы. Для отдыха и так далее. А с этим типом лучше не тусовать, потому что они там, когда водку выпьют, они, короче, ну прям глушат, как говорит он, как сладенькая водичка. Мне, короче, этот, ну, когда я попытался пить там, они заставляли. Мне стало так плохо. Это вообще не мое. А для они, короче, когда выпьют, то он становится как зверь. Короче, становится жестким слишком. Ну, ты как бы не в своей тарелке сразу становишься. Они еще потом пивом догоняются. Ну, горькое пиво, которое обычно такое крепкое. Ну, короче, вообще там ты себя чувствуешь не одним из них, как бы. Ну и там уже, там, короче, если с ними тусить, то они, он меня познакомит со всеми видами мужского, как быть мужиком, и все виды мужских развлечений там серьезных, взрослых. Вы поняли, о чем. И не только даже не только о том, что вы поняли, еще другое там. Дела, там, короче, уже там он, короче, есть, говорит, есть сейчас, как сказать, вещества, осуждаю, не одобряю, которые вызывают вызывают зависимость, а есть, которые не вызывают зависимость. Короче, он там разбирается вообще во всем. Осуждаю, не одобряю, как бы. И то есть следующая наша встреча, или даже вчерашняя, могла бы закончиться применением одного из осуждаю, не одобряю веществ, которые не вызывают зависимости. Но от которого ты становишься как ватный, и у тебя типа, что-то они там говорили, все становится, цвета становятся очень насыщенными, что-то вот такое вот. Ну, не одобряю, осуждаю, короче. Ни в коем случае. Но, судя по нему, как бы, не скажешь, что он какой-то наркоман там и маргинал. Наоборот, он такой полноценный, там полностью берет от жизни все, кайфует по жизни там. То есть живет, то есть как настоящий мужчина, как настоящий мужик, то есть не как инфантильный там я или Толян Маркин, блогер. Короче, это как Тайлер Дёрден, в общем, он. Даже покруче, наверное. Ну вот.